Если в прошлом домашнем матче Барнаул обыграл действующего чемпиона лиги Самару, то в противостоянии с бронзовиком немного не повезло. Борьба была яркой и интригующей. Обе стороны включились в игру сразу и не давали слабины. Мы сделали несколько таких, не то что плохих, неверных решений в концовке. За это нас сразу наказали и стоило нам это играть. 17-17, 21-21. Это счет первых двух четвертей. Равенство на табло, но вот в третьем отрезке игры Барнаул на одно очко опустил своего соперника 20-21. И в конце опыт сыграл свою роль. Темп уходит вперед на 4 очка. Хочу отметить своих ребят. Проявили характер, вытерпели, дрогнули в момент, когда наша команда выходила вперед. Бились, старались, те, кто выходил, те, кто меньше. В любом случае, рады результату. Прекрасно понимаем, что здесь сложно играть. Волей календаря баскетбольный клуб «Барнаул» играет 4 подряд матча с фактическими и формальными лидерами Суперлиги-1. «Руне» наши проиграли, «Самару» обошли, теперь вот поражение от «Темпа». Закончится суперсерия завтра в матче против «Уралмаша». Становление команды. Без поражений там крупных даже не бывает побед. В турнирной таблице после 10 игр Барнаул на 7-м месте с активом в 15 очков. Следующий соперник Уралмаш, с ним наши сыграют завтра в 19:00, находится на второй строчке. Сейчас процент побед и поражений у нашей команды 50-50. Надеемся, канат побед Барнаулу перетянуть удастся. Дмитрий Дроздов, «День с толком».